Всем привет, ребята! Сегодня мы будем с вами изучать дом Сьерра и Оги. Коли, это я. Sorry, I don't understand its name. Коли, я. Так, это у нас ванна. Кстати, я тоже здесь ничего не знаю. Здесь у нас вот ванна. О! Там шампуньки хорошие есть. Ванна мне очень нравится, потому что здесь свечка. Свечка, это так пахнет вкусненько, да? Да, полотенце. Такое все красиво, прям. Кондерского. Здесь у нас кабинет. Вот тут какая-то штучка красненькая. Это переставлять, это типа Рубика кубика, кубика Рубика. Только это кругленькая такая. И как переставить? Ну, их нужно все внутрь туда сдвинуть, а потом выставлять. Поэтому, ну, может, не стоит этого делать. Я тоже так думала. Это перекручивается. Головоломка для взрослых. Тут такая кровать. Кровать. Для Елизаветы. Раскладушка кровати. Мне это больше нравится, кровать. Комод? Да. И здесь кто-то из них будет спать, кто-то из собак. А вот собаки спят на собачьих этих норках. Все равно. Вот тут еще какая-то комната. Скорее всего, будет твоя комната. Да, ой, ловец снов здесь есть. Мы когда были на Алтае, там люди привезли своими руками. И у бабушки есть ловец снов. Да, она тоже привезла его с какого-то отдыха. Так, здесь у нас... гардеробная. Нет, здесь гардероб. А здесь тоже это гардероб. Да, да, туалет только один на первом этаже. Угу. Здесь еще второй есть этаж. Так, ну вот, все три комнаты. Ну, мы, наверное, на второй не пойдем. Давай посмотрим. Наш первый этаж. Ну, первый, но все равно второй день интересно посмотрим. Это, скорее всего, кладовочка для кухни. Угу. Она предупреждала. Все запасы. Да, запасы. Here. Так. Щелкает зубами, смотри. Here. Так, здесь это лондри рум. Ага, здесь у нас, так сказать. Машинка-сушилка. Машинка-сушилка, да. Потом. Это у нас еще одна кладовочка для кухни, здесь микроволновка. Угу. Ну, туда мы не пойдем. Почему? Потому что там закрыто. Да. Круто. Угу. Мне очень нравится здесь стол. Нет, это они путешествуют. Я не думаю, что они с любовью туда залазят. По дому. Смотрите, какой шикарный стол. Мистерия такой прям. Что, пойдем на бакьярд? Да, я хочу бакьярд. Да, гулять пойдешь? Да, гулять. Да, почти все как обычно, да, тебя не интересно. Вот это комок, я его не видела. Так, мы здесь стол, здесь можно кушать. Ну что мы, конечно же, здесь и будем делать. Здесь будем водичку собакам набирать, когда они гуляют. Он еще не погулял, а уже хотел пить. И там воды. Так, ну здесь. Нет, я воды хочу. Пора погладывать. Мне здесь уже точно нравится. Удобный плетеный гамак. Попробуй залезть. Ну, сейчас попробуем. Везде, как обычно, песок. Либо не как обычно.
сложился? Или ты хотя бы, или ты хотела бы закрыться? Он тебя свалил? Ну все, на этом обзор закончен. А почему там еще за домом что-то есть? Ну там огород, там ничего важного. Смотри, какие кормушки красивые. Вот это я хочу показать. Смотрите, плетеные кормушечки.